Мы рады приветствовать вас на территории национального аэропорта. И что из нашей признательности, надежите, будьте там на этот бутылок. Это наш суд. Спасибо, спасибо. Генеральный директор национального аэропорта направляет Вячеслава. Ну что, остановились из-за санкций? Нет, продолжаем работать и выходим на безубыточную работу. Что у них плохо? По взлетной полосе пока что делается только текущий ремонт, хотя изначально... Вчера начали делать? Нет. Поддерживается полоса в текущем состоянии на этом году. То есть ничего не делали на первой полосе? На первой полосе текущий ремонт, замена плит, которые требуют замены. Вы ремонт начали этой полосы? Да, текущий ремонт. Имейте в виду, что эта полоса должна быть в рабочем состоянии, в нормальном состоянии. Мы же строили вторую полосу для чего? Потому что та, вы меня информировали, в негодность приходит или уже пришла. Мы построили вторую полосу. Эта не должна быть брошена. Поэтому... Полоса должна быть в идеальном состоянии, ну, как должна быть. Поэтому не забывайте об этом и ссылаться на обстоятельства. Какие обстоятельства? Надо в любых обстоятельствах делать это. Я это понимаю. Цель аэропорт располагается на 840 гектаров земли. Предприятие работает 2484 человека. Соответственно, взлетно-посадочная полоса номер 2, номер 1. На сегодняшний день она не эксплуатируется. К ремонту мы приступили в прошлом году. В прошлом году было заменено 5% от существующих плит. В этом году планируется заменить 30%. Плиты выбираются по мере их износа, не по месяц. На сегодняшний день на первой полосе все светосистемы, сигнальное оборудование, радиотехническое оборудование работает, поддерживается в исправном состоянии. Мы планируем к ноябрю месяцу закончить виды работ на первой взлетной полосе, пройти сертификацию, и она будет готова вступить в полет. Национальный аэропорт продолжал работу и продолжает в условиях санкций. Тяжело первое время было работать и с поставщиками. Даже если вот посмотреть, вот лампочки здесь сделаны все в масштабе. Даже вот на двух полосах 2800 лампочек, которые работают в светосистемах. Лампочки были немецкого производства, с нами расторгли договора полностью, но через Брестский лампадный завод мы дали образцы, они отработали, сейчас поставка идет намного дешевле, покупаем, и она у нас работает. Ну и слава богу, что они от вас ушли. Да, у нас нет проблем ни по обеспечению запчастей, ни по материалам способствующим. Для дальнейшего работы национального аэропорта, обеспечения авиационной безопасности на высоком уровне. Но это без Билана, это аэропорт. Это чисто аэропорт, чисто аэропорт. Что здесь из этого всего нам надо построить? В первую очередь. В первую очередь мы считаем, что предлагаем к вашему рассмотрению, это, конечно, проектирование и начать строительство терминала. Остальные объекты, они коммерческие объекты, будут предложены инвесторам, они придут сюда. Терминала какого? Вот пассажирский? Пассажирский терминал, да. Железная дорога и стоянка это? Железная когда? Дорога. Ну, они как бы с ростом увязаны. И практически увязаны. Вот можно это говорить с 27-28 года. Вторая полоса должна жить и работать. Мы, честно говоря, чтобы он экономику не просил у нас поддержки денег, а чтобы он жил за свои гроши и просто... Это они должны оба, как отче наш, усвоить. Да. Каждый руководитель должен тянуть свой коллектив и зарабатывать деньги. Если где-то мы можем подключиться и помочь, пусть скажем, если это вопрос государственный. А приходите просто, ну, знаете, пойдем с бюджета попросим, это не тот подход. Ну, ее тоже, эту полосу надо использовать. Грузовиками, еще какими-то. Она должна работать, не только использовать одну полосу, это тоже.